что выделяешь? А кто кому платит этот вопрос? Кто просит? Я говорю, что люди третьей фразы, вопрос не нормальный. Зашлем. Знаешь, хорошая шутка. И это все одно самое. Знаешь, я сейчас делаю подборку, я эту газету уже сделал, успех вообще был колоссальный. Я сделал подборку по разным сказкам. В том числе там, значит, вот старые сказки, но новые. Казалось бы, да, вот Аладдин, ну что же, там много всяких приколов. Ну, чего? Да, там, значит, этот джин ему говорит, Аладдин, ты потому что ты трешь там. Я вижу, с девушкой гоняешь. Там есть и другие животные, значит, там тоже. Ну, да, джин. Что прикажет? А виллу можешь жить? Напросто. А, блондинку в машине? Напросто. Так делай, бабки давай. Причем такие. А про каждую шапочку, которую имел подбор, уже побежала вот ум жена. Успех колоссальный. Знаешь, то есть много чего все было распрошено, я это аккуратно все собрал.